Всем привет! Из сегодняшней подборки багов мы научимся летать на фейерверках, бегать очень странно и становиться невидимками. Ну что ж, давайте начинать. Приступаем к багостроительству, если, конечно, такое слово бывает. Для первого бага нам понадобится стульчик, синяя конфетка и красная конфетка. Первое, что нужно сделать, это съесть синюю конфетку, тем самым уменьшиться, сесть на стульчик, удалить его и заново поставить. Тем самым превратившись вот в такого лилипута. А где голова? Я же не старался вроде бы. И как мы видим, у нашего персонажа вот такая странная анимация ходьбы. Теперь нам просто нужно бежать и в этот момент съесть красную конфетку. Не останавливаться получается. Хоп. Кушаем. И когда мы увеличимся, анимация ходьбы никуда не пропадет. И у нас будут очень быстро перемещаться руки и ноги. И также все тело дрыгаться. Как это было с маленьким персонажем, только теперь это перенеслось на большого. Это единственный минус бага. Если остановиться, то все вернется на свои места. Второй баг на невидимость будет показывать бабстер. Для этого нам понадобится снежная пушка. Ее можно было получить в ивенте 2022 года. Так, залазь. И он хочет меня прострелить. Это обидно. Включаем PvP режим, получается. И давай. Целься. Опа-на. О, я невидим. Попробуй найти мое тело. Напиши что-то. Вот настоящий я. Маленький кубик невидимый. Бегаю. А вот там мое тело, которое осталось. Вот я бегаю, а вот там мое тело. Вот даже мой текст вот тут появляется. Эй, ты что со мной делаешь? А, кстати, да, его можно... Ты что делал? Ты меня в бездну запустил. Есть ух. Нет уха. Это вот такой вот интересный баг на невидимость от бабстера. Давайте сейчас я покажу, как бабстер меня стрелял. То есть попробую стрельнуть в себя. Надо стрельнуть в хуманоид парт. Он где-то между ногами и телом. Вот где-то. Все. Получилось? Да, вот. У меня получилось с первого раза. Это круто. Вот, напиши что-нибудь в чате. Вот получается твой квадратик, то есть сам ты бегаешь. А вот твое тело. Побегай куда-нибудь туда. Поставь лайк, если лис и топ. Третий баг у нас тоже от бабстера. И он работает с фейерверком. Дело в том, что любой блок можно запустить, используя фейерверк. Вот у нас любой фейерверк берем. Дальше нам нужно взять шарнир и поставить его сверху. Вот так, чтобы он смотрел в сам фейерверк. Вот так. Это у нас типа такой переходник. И теперь можно поставить, допустим, стульчик. Ну, допустим, я хочу улететь. Расфиксируем это. Садимся. И запускаем салют. И шарнир у нас прицепляется к салюту. И мы полетели вверх. Ой, а чё я тут завис? Так я могу сделать не только с собой, но и с любым другим блоком. Для этого я ставлю салют, шарнир и любой блок, который я хочу запустить в космос. Допустим, хлеб. Первый хлеб, который полетел в космос. 3, 2, 1. Погнали. Уй! Пуф. Очень прикольный баг. Ничего, когда он спустится. Буф. Ну как, хлеб? Понравился полет? Ну это были все топ-3 бага 2022 года. А сейчас я вам рекомендую посмотреть видео, как получить тортики в 2022 году. Ну а с вами был Геймс. Всем пока.